понедельник около 11 часов утра в одном из частных швейных цехов на улице Калашникова областного центра произошло возгорание. К моменту прибытия через несколько минут первых пожарных расчетов огнем была охвачена территория в 20 квадратных метров. В помещении наблюдалось горение и сильное задымление. Сложность пожара в том, что проход в помещении оказался загроможден горючими материалами, которые при пожаре выделяют большое количество токсичных веществ. В первую очередь пожарные эвакуировали из зоны чрезвычайного происшествия людей, рабочих цеха. Всего эвакуировано 29 человек. Один рабочий серьезно пострадал, одного спасти не удалось. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.